Здравствуйте, зрители данного видео, подписчики моего канала. Вот, решил зайти в сарай и снять видео, как растут поросята. Илюха, а сколько ты им уже? Где-то так? Где-то полтора месяца. Так, вот такие поросята. Получается, их 10 штук родилось. Ну, 11 вообще. Один сдохший был. И вот 10 поросят живут без мамы уже давно. Уже взрослые, самостоятельные. Как они жрут? Нормально, Илюх? Вот этот какой-то стрёмный. А, кстати, были эти хрячки, но мы их кастрировали, потому что нам не надо с одного, так сказать, ну, чтобы кровосмешание не происходило. Кабанчиков я, ну, всех хрячков покастрировать кабанчиками будут. Ну, что я хочу сказать. Сейчас у нас зима. Особо бегать им негде. Любят они побегать волю. Ну, вот так вот солома, подстилка. Нормально себя чухают. В принципе, такие поросята так растут. Так бегают, так пищат. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты.